Виктор Шалимов и Сергей Бабинов особых поводов для волнений не испытывали. Неспешная игра, грубые ошибки гостей и убаюкивающие цифры на табло 4-1. В третьем периоде при счете 4-3 происходит непредсказуемое. Воспрявшие духом гости с Украины за 40 секунд до окончания третьего периода одним щелчком Василия Бобровникова решают две задачи. Наказывают российскую команду за грубость Алексея Морозова и, самое главное, восстанавливают паритет. Спустя еще 3 минуты над трибунами проносится вздох удивления. Константин Буценко в дополнительное время все расставляет по своим местам. 5-4, Украина в финале. Недобрый пример звезд России чуть было не оказался заразительным для хозяев турнира. Спартаковцы, усыпленные игровым превосходством, выразившимся в 2 забитых шайбах, проглядели пару ответных атак казахской сборной. Особенно хорош был щелчок от Анатолия Филатова, восстановившего статус-кво в этом матче. И все же финал Кубка Спартака пройдет с участием российской команды. Благодарить хозяева за это должны Владимира Тюрикова.